кстати. Да, ну и вообще банковская система. Да. А вот если все-таки вывести, все-таки вас попробовать на вот, как, ну, вот абсолютную конкретику, вот все-таки мы говорим про меры поддержки, про протекционизм. Кого да в первую очередь... Не нужны нам меры поддержки, я как раз хочу про это и говорить. Да, смотрите, мы же росли до 2008 года. Не нужны года. Нам, это кому? Да всему частному сектору. Чего? Давайте, поддержка для бедных. Есть же люди, которые, так сказать, успешны, и их достаточно много. Есть отрасли, да, которые правительство системно хочет развить. Там компонентные производства, так сказать, это не ОЭМ, да, так сказать, это те, которые хотят, так сказать, увеличить, либо изменить, так сказать, спецификацию свою, нужно, да, они не могут взять кредит, если они заложены, то, что называется, до трусов, так сказать, да, они не могут пойти рефинансировать. Просто Центральный банк вводит закредительный характер на ряд процедур реструктуризации. И поэтому, мне кажется, очень важно поговорить, потому что иначе мы говорим не о том, где деньги. Потому что деньги рождаются системно. Мы все это видим. То есть, когда вы открываете первую реакцию Европейского банка, Японского банка, Федеральной резервной системы, мы говорим о количественном смещении. Потому что нужно добавлять денег в экономику. Наша экономика, так сказать, живет по какому-то магически, там, не знаю, там, другому способу. Так сказать. Нам денег не нужно. Нужно перераспределить то, что они собрали.